Горе автоподставщика зафиксировали камеры наблюдения в Первоуральске. Мужчина подходит к автомобилю, который стоит на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. Ложится с комфортом под колеса, протягивает ногу, но водитель сдает назад и уезжает от несостоявшейся жертвы ДТП. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Советская. В полиции Первоуральска изучает видео, будет проведена проверка.